Привет! Сейчас лето, выходные, и на вопрос «What are you doing?» – «Что ты делаешь?» – можно легко получить ответ «I'm just chilling», «I'm just chilling». Я просто отдыхаю или я просто расслабляюсь. Chill по-английски – это отдыхать и расслабляться. I'm just chilling. Пишем в комментарии к этому видео. И там же ниже под этим видео я поместила для вас ссылку на предзапись на мои легендарные программы «Английский под ключ» по самым выгодным условиям, по вкусным ценам, и лимитированные бонусы тоже будут для тех, кто записан в список первых. Переходите по ссылочке, записывайте список первых. Все подробности об условиях, о бонусах, о скидках я расскажу вам на специальном закрытом вебинаре в воскресенье 21 июля в 14 по Москве. Ссылка будет только для тех, кто записался в предсписок. See you soon! Скоро увидимся! Bye!